что? Я сейчас сплю. Маленький кот ради меня встал, он сегодня улетает. И мы... Ради фотки встал еще. Ну, фотку снять, кстати, я тебе скажу. Смотрите, корыстная мразь. Нянь, пойдем позавтракаем. Он такой, ты же 100% рано встаешь, типа, я такая думаю, что это Сережа рано встал, типа, что? А он, блин, скотина, принес фотик и использует меня. У меня самолет в 2 нужно, точнее, в 5. А, в 2 уже? 5, но в 2 нужно выезжать. Ладно, тебе я все прощу. Кажется, это любовь с первого взгляда. Кто-то облюбовал новую кроватку за секунду. Надеюсь, ты не сгрызешь ее. Да? Ты реально влюбился в нее. Разлука, Хрю, ты не понимаешь? Он не понимает, что папа уезжает в командировочную. Что, рад? Yes. Я уже соскучился. Первая поездка в этом году. Даже слезы выступили, мне кажется, на лице. Скажите мне, вот зачем Квич идет и каркает? А что если заболеем? А вдруг заболеем? Нет, все-таки, если что мы будем делать, если заболеем? Что будем делать? Лечиться? Ну, по факту, вот эта маска ничего не защищает. Конечно, и трогать ее нельзя. Тряпочка. Ее нять каждые 40 минут. Короче, я продержал свою маску минут 15 максимум. Мне стало жарко, тяжело дышать. Я не знаю, как их 40 минут даже носят. А, плюс сейчас собираемся кушать. Поэтому всем придется снять маски, если вы хотите нет, есть. Нет, я буду кушать вот так. Да. Girl. Кстати, на регистрации, помимо того, что меня спросили визу Саудовской Аравии, что логично, узнали, был ли я в Китае за последние 2 недели. Я уточнил, почему вы интересуетесь. Оказалось, что если вы там были, то в Саудовской Аравии вы попасть, к сожалению, не можете. Мы долетели до Дубая. Что я могу резюмировать, друзья? Мы находимся в одном из крупнейших хабов в мире, где 1000 рейсов из разных стран. И 95% людей без масок. Из чего мы делаем вывод, что не насрать на то, что происходит, только россиянам. Ну, я россиянин, собственно, поэтому я в маске в этих 5 или, не знаю, даже меньше процентов, которые их носят. Все остальные, реально, посмотрите. Все без масок. Ребята, я тот тревел-блогер, который никогда не дает никаких лайфхаков, но есть один, который у меня уже попадается несколько раз. Всегда приходите даже на посадку последними. Потому что если на самолете вдруг не остается мест, вам дают бизнес-класс. Да. И мы, у нас были билеты эконома, нас пересадили в бизнес-класс. Причем и меня, и Хвичу. Ура!